сейчас модно будьте генератом. Тусуйся, пляши, как кретин. Вон и зипсуют, то без свято. Дур не в плюс один. Привет, я Катя Ковту. Двічі в одну річку не війдеш, як то кажуть. Но мені повезло, спасибо Дурневу. Сьогодні ми вновь знімаємо к доске. Пройдемте. Скажите, а что мы празднуем 1 мая? Все. Все? Never found it quite so easy to be myself. They think I'm cheesy. Вопросы глобальные. Ну, такие, что все знают. Окей? Посмотрим, попытаемся. Назовите, пожалуйста, формулу кислорода. Ого, это к ней, она химик. О, это уже слишком сложно для хорошо. Меня. Хорошо. H2O. C2O. CO2? Нет. О, боже, какой... Формула... Я могу только формулу водки назвать. Какая формула водки? H2O буряк 16. Кислорода? O2. Кислорода? O2. O2. Кто написал идиот? Идиот какой-то. Я такое не читаю. Это IQ. Это IQ. Я тебе серьезно говорю. Очень сложно. Такое не читаю. Нет. Нет. А что вы читаете? Бетховен. Идиот. Интересно. Достоевский. Достоевский? Достоевский. Полетела в космос. Наверное, нет еще таких женщин. Гагарин, что? Это мега трудный вопрос. Ну, Гагарин, наверное. Нет? Она была женщина? Мы знаем, что Гагарина, а девушка, ну не знаю, подруга Гагарина. Ой, помнена. Гагарин? Нет. Валентина Терешкова. Валентина Терешкова. Скажите, а какой получится цвет, если смешать красный и зеленый? Оранжевый. Красный и зеленый? Некрасивый. Красно-зеленый. Красный. Салатовый. Оранжевым. Фиолетовый такой, розоватый. Синий? Фиолетовый, да, фиолетовый. Красно-зеленым какой цвет получится? Не знаю. Зеленый, это не смогу ответить. Спасибо. Красный, зеленый, коричневый цвет получается, да. Что мы празднуем 1 мая? 1 мая. День Победы. День Победы. Что мы празднуем? 1 мая. Ой, детей что-то там связано, не помню, кажется, да? Или нет? 1 мая, не? День всех этих... Не могу понять. А мир Трудмай это откуда? На отсюда надо. Так что мы празднуем? Мир Трудмай? День трудящихся. День трудящихся. День солидарности трудящихся. Ребята, уже завтра, 29 апреля, в прямом эфире на ютубовском канале телеканала ТЭТ мы выберем новую плюс один. Не пропустите. Я из Одессы, я просто бухаю. Сейчас модно будьте генератом. Тусуйся, пляши, я кретин. Вон и зипсуют, тупи свято. Леша и Даша вас их накажут, блин. Сейчас модно будьте генератом. Тусуйся, пляши, я кретин. Вон и зипсуют, тупи свято. Дур не в плюс один. Да я не шучу, Вика. Здесь продается самый плохой клей на этой выставке. Езжай в Пловский лицей, у тебя там хорошо получается.